Вікторія Анатоліївна Любаревич-Торхова, нейропсихолог когнитивного розвитку, психотерапевт для дітей і дорослих. Народилася 13 жовтня у Запоріжжі, пам'ятає себе з 8-місячного віку. 3 роки прожила з батьками у В'єтнамі, вчилася у Запорізькому університеті. 9 років прожила у Великій Британії, де вчила академічну англійську, а потім психологію. Має диплом університету Есекса і досвід роботи в школах Англії та України. 5 років була співведучою соціального проекту «Кохана, ми вбиваємо дітей». Авторка програми «Радість від пізнання». Улюблене заняття – грати з сином у розвиваючі ігри, розвиватися разом із ним. Любить готувати складні страви і вигадувати свої рецепти. Вважає, що немає нічого кращого за уміння визнати свою помилку. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Сьогодні в мене в гостях пані, яку звати Вікторія Любаревич-Торхова. Здравствуйте. Здравствуйте, Вікторія. Вам привычно слышать по отношению к себе пани? Да, почему нет? Красиво? Красиво. Я очень люблю украинский язык. Он вообще красиво звучит. Пани Виктория. Так и будем вас сегодня называть. Пани Виктория у нас еще и пани психолог. Или как правильно называть? Сейчас говорят и психолог, и психологиня. И это достаточно обобщенный термин. На самом деле я нейропсихолог когнитивного развития и психотерапевт для взрослых и детей. Угу. Ну, с этим мы разберемся чуть-чуть позже, а для начала мы отмотаем вот ваш путь назад, свиточек, да, вернемся к началу, вернемся к детству. Где родились, кто родители, какое было детство? Детство. Замечательное, исполненное опытом. Я родилась в городе Запорожье, не так далеко от города Днепра. Соседушка. Да, соседушка. Прожила в Запорожье практически до 10 лет. Потом уехала с родителями жить во Вьетнам на 3 года. Просто уж очень хотелось папе посмотреть, как это жить не в Украине, посмотреть мир. Ну, а мы за ним хвостиком. Хотелось папа, или была работа? Вот именно хотелось. Он именно искал эти возможности, где можно поработать не в Украине. Потому что карьера у него была замечательная, он ее рано очень сделал. Был и до сих пор есть очень уважаемый человек в Запорожье и не только. В Украине моего отца очень многие знают. Анатолий Любаревич, который занимается экономической программой ЕДСМ. Тогда, в то время, это и были еще советские времена, мы уехали в 88-м году. И когда я уже вернулась, я была подростком, вернулась обратно в Запорожье. Пару лет поучилась в школе, успела поступить в университет запорожский. А потом в один прекрасный день все перевернулось с ног на голову, и мне папа предложил, а не хотела ли бы ты поехать учиться в Англию? Ну, а я как подросток, Англия, там была 2 раза по 2 недели, мне безумно понравилось. Я говорю, а давай. Это уже будучи студенткой? Да. Все бросаю, уезжаю и поступаю там. Сначала поехала учить академический английский, а потом уже поступила на факультет психологии. И так я прожила в Англии 9 лет. Что главное пришло к вам из семьи? Я понимаю, что вопрос немножко глуповатый, потому что, наверное, все главное мы получаем из семьи. Но с чем-то мы потом боремся, да? Что-то мы пытаемся изжить, наверное, как-то, да? Чем-то мы недовольны, и в чем-то мы обвиняем своих родителей. За что спасибо родителям? У меня аж мороз по коже. Настолько за все, даже за то, что я пытаюсь изменить. Если бы не было какого-то недовольства, не было бы прогресса. Оно тоже есть, правда? Безусловно. Вот и это должно так быть. Я всегда говорю родителям, что если вы слышите, как должно быть, и тут же понимаете, что вы уже совершили какие-то ошибки, скажите себе «молодец». Потому что если ребенок вышел из такого рафинированного детства, хрестоматийного, он начинает заниматься саморазрушением. В прямом смысле слова, психика не выдерживает, когда у нее нет никаких испытаний. Она эти испытания обязательно находит. Стресс нужен, правильно? Как прививка. Это необходимо для иммунитета. Угу.
Поэтому у вас было не хрестоматийное детство. Не хрестоматийное детство. Были испытания. Были испытания. У меня отец всегда был очень идейным человеком, борцом за справедливость, рьяным борцом за справедливость. С таким был, тяжело есть. Жить? Нелегко. Тяжело ли быть ребенком такого отца, скажем мне так? Не тяжело. Уже не тяжело. Когда я была ребенком, в какие-то моменты было очень тяжело. Но я не помню ни одного дня, чтобы я его не поддерживала. Вот в своей борьбе я всегда была с ним заодно, была его партизаном, союзником. С мамой точно тоже, так же, с мамой как тоже и мама. Боролись? В смысле? Я ли боролась с мамой, или с мы папой, вместе? Вы с папой. Мы всегда были заодно. Мы всегда были командой. А чем мама занимается? Занималась? Мама? Нами. Понятно. Она и работала, были у нее времена, она и преподавала, и работала и бухгалтером, и экономистом. Она достаточно мудрая женщина, и очень многие такие постулаты в отношении семьи, родительства я как раз черпала от нее. И уже потом сопоставляла с тем, что предлагает психология. И каждый раз, когда я что-то изучала, думаю, вот это да, как она знала. Семья была большая, были бабушки, дедушки. Да, вот сейчас бабушки, говорят психологи, дедушки. Что хорошо, когда много безумно. Разных людей да. в семье, а не только вот папа-мама и закрытый какой-то очень клуб да. семейный. Дети подстраиваются каждому члену семьи. С бабушкой одной будут вести себя так, как с этой бабушкой можно, они к ней подстраиваются, с ней хитрят так, как это будет действовать на нее. С другой бабушкой будут вести себя по-другому, с дедушками, с родителями. Дети прекрасные. Это хорошо это или не безумно очень? Хорошо. Это показатель как раз интеллекта, это способность гибкости нервной системы, хитрость, манипуляция. Боже, мы сейчас восхваляем такие качества, которые в нашем, скажем с вами, детстве, да, в моем так точно, это же отрицательные черты, да, вот хитрая лиса, она же не хорошая, да, на самом-то деле, да. Просто во всем, естественно, нужна грань. И если мы смотрим на хитрость, это не значит, что мы должны ребенку позволить обманывать. Хитрость и обман – нечто уже разное, как по спектру. Да? Малая хитрость еще допустима, а потом, когда это уже перебор, то это становится обманом, а дальше это уже становится враньем и дальше утрируется. А если мы смотрим на ребенка и понимаем, пытается схитрить, думаю, молодец, умница моя. И иногда, если ребенок совсем малый, мы как-то подстроимся, сделаем вид, что у него получилось, потому что нужно дать чувство, собственно, достоинства, чувство успеха. У меня получилось, особенно в кризис трехлетнего возраста. Ну, а потом мы уже говорим, смотри, я знаю, что было так. Ты мне можешь сказать, как было на самом деле. Потому что нет ничего красивее, чем способность признать свою ошибку. Здорово. Mm-hmm. Очень красиво звучит. Поехали дальше. Вьетнам. Помните его? О, да. Что там конечно. Было? Я помню, на самом деле, свою жизнь, наверное, с 2 лет. Хотя первое воспоминание по сопоставлению с родителями было где-то с 8 месяцев. Ничего себе. Да, это рано. Вот, да. Это ой, признак осознанности. Чего? Того, что вы... Осознание. Ну, это же далеко не у всех людей так? Или, да, или это... у всех, но мы просто не нет, можем это достать? Осознанность есть у всех, только в той или иной степени. Mm-hmm. А дальше, насколько человек осознанно развивает свою осознанность? Насколько Вьетнам был другой? Было ли это для вас стрессом? Это каким-то? Колоссально другой мир был. Мы приехали во Вьетнам. Это Вьетнам был еще 10 лет после войны с Америкой. Это Вьетнам был после невероятного разрушения. Он еще только-только были первые ласточки к его восстановлению. То есть это была жутчайшая разруха. И приехать туда ребенком вдруг, в другой мир, это все равно, что перелететь в космос и попасть на другую планету для меня было. Ничего себе папа придумал вам. Придумал так, что, как говорится, адаптационный порог развивается быстро, семимильными шагами. Было первые 2 дня реального потрясения. Но так как мы были все вместе, мы втроем, я, мама да папа, было хорошо. И вот эти первые моменты, как подстроиться, как покушать, где покушать, потому что была определенная брезгливость. Пока, да даже вот этот момент прилета в аэропорт, который состоял просто из шифера. Просто стенки и потолок из шифера, больше ничего. И когда едешь из аэропорта в Ханой вдоль этих рисовых полей,
Заезжаешь в город и ждешь, что вот он сейчас будет город, сейчас станет Шифер легче. Шифер закончился, да? Ничего подобного. Везде одни глиняные маленькие домики, все моются, то есть идут в туалет того на улице. Времени казалось гораздо было гораздо более благополучным, конечно, чем Вьетнам. Тем более, да, это ж я там родилась, жила. Мне казалось, это и есть мир, как любому ребенку. Англия по сравнению с Вьетнамом. Уже взрослый человек, ну, относительно, конечно. Да, это вам было сколько лет? 18-19? Нет, намного раньше. Раньше, да? Да, я уехала, ну, 17 я уже там праздновала. Угу, то есть 16 лет. Ну, да. Совсем юная девочка, да, да. Еще. Другой стресс, наверное, да? Тоже, да. Тоже, наверное, тоже другая адаптация. Привыкать и как дорогу переходить, другое движение. И мне казалось, у меня к этому времени был очень хороший английский, но на тот момент я еще крайне сомневалась в себе. И у меня было такое ощущение, как будто бы мой английский – это только мой английский. И англичане со своим английским мой английский не поймут. Поэтому я себя чувствовала без языка какой-то период времени, ну, максимум 2 недели. И было достаточно сложно поверить, что я могу найти общие точки соприкосновения, что это будет схожие менталитеты в какой-то степени. Я поехала жить в семью. Это были такие условия. Они сейчас такие условия в основном остаются для тех, кто едет учить английский язык. Ну, это хорошо на самом деле, потому что попадая в семью, в среду, изучаешь правила, лучший манеры. Вариант адаптации, да? Да? Именно. Я думаю, что ваши родители были по тем временам очень передовыми. Потому что я бы их назвала хиппи. В нашей традиции же в массе. Мы говорим о массе, мы не говорим сейчас об отдельных случаях, потому что они бывают разные, безусловно. Не принято отпускать ребенка так рано, не принято отпускать ребенка так далеко. Сейчас уже проще, а в те времена нет. Даже учеба в другом городе – это, ну, исключительный, скорее, случай. Все учились где-то дома, где были вузы, да. Ну, не знаю, это, наверное, очень большой плюс. Огромный вашей плюс. Семьи. Огромный. И они много делали того, что не было принято. Вообще умение... Не сражаться с системой, не позволить не ходить в школу. Просто-напросто не видеть. Вообще умение отпускать ребенка, отпускать человека, да? Делать выбор. Когда нужно родителям начинать в себе это культивировать? Я скажу по себе, мне мама все время говорит, у тебя мальчики, тебе их придется отдавать другим девочкам, женщинам, это тяжело, нужно хотеть родить девочку, ну, так вот я утрирую, но примерно так, потому что девочки, они вот не такие, а мальчиков, ты к этому готова, ну, я к этому готова, да, я думаю, что я к этому готова. Когда нужно начинать об этом думать? Если говорить о отпускать, то отпускать нужно быть готовым и девочку, и мальчика, потому что мы не рожаем детей для себя. Это наша природная родительская потребность созреть и почувствовать в себе желание, все то, что мы накопили, энергию, знания, силы, любовь, заботу, почувствовать ее в себе настолько сполна, что мы готовы тратить энергию, как говорится, закатать рукава и приготовиться к работе, сопротивлению, и все отдавать своим детям, чтобы потом их просто отпустить в свободную жизнь, в свой выбор. То есть мы должны сделать так, чтобы они комфортно чувствовали себя самостоятельно. То есть мы должны их научить быть собой. Передать им достаточно, скажем, умений, опыта и разных там иммунитетов, да? Да, назовем, да, это, да, так, именно. Чтобы мы были за них спокойны, не краснели, не бледнели и не боялись. Это не уже боялись. Работа с собой, чтобы не краснеть и не бледнеть. Потому что, во-первых, это базовые потребности, право на ошибку, право на эмоцию, право на свой выбор. И иметь способность сделать выбор и быть готовым нести последствия любые, и знать, что в любой момент ты можешь что-то исправить, поменять свой выбор, принять еще одно решение, что это не конец жизни и не последняя точка. И в то же время знать, что ты никому-то обязан и должен, ты имеешь право делать
все, что тебе нравится и хочется, пока ты не населяешь это другим. А родитель краснеет и бледнеет, это уже, грубо говоря, его проблемы. Его проблемы, совершенно верно. Твое беспокойство, твои проблемы. Да. Почему психология? Как вы, кем вы хотели быть в детстве? Боже, я так люблю этот вопрос. Буквально вчера на, даже не хочу говорить семинар, это была беседа с родителями на тему школы, как развивается ребенок, как помочь родителю адаптировать ребенка к школе и что мы должны ожидать от ребенка, в какую, да, степень его развивать, как его направлять, что значит учиться в школе, какого ребенка мы должны встречать из этой школы, какие ожидания от школы и от ребенка, пока он тому учится, для того, чтобы этих ожиданий не было завышенных, и мы не страдали разочарованием, не краснели и не бледнели. И меня, естественно, спросили этот вопрос, и я всегда рассказываю свою историю, что так сложилось в школе, в которой я училась в Запорожье, когда вернулась из Вьетнама, она была экспериментальной, с чем мне безумно повезло, как дислексику, потому что училась я до определенного класса очень тяжело, очень. Учителя не понимали, что такое дислексия, не знали, и меня буквально спасли несколько педагогов, которые так и не знали, что такое дислексия, но у них было большое сердце и желание помочь. Поэтому они интуитивно изобрели те методы, которые мне помогли. И дальше учеба пошла просто так, в космический рост сразу же, потому что я не могла наесться этих знаний от чувства, что у меня получается, я могу. И начиная с 9 класса была детская психология, 9 и 10 класс. Угу. И в качестве отработки была практика летняя в детском психоневрологическом саду. Ничего Мне себе, это серьезно. Мне так понравилось. Было серьезно. Тяжело морально на первых порах, потому что детки были очень тяжелые, там были и крайние степени аутического расстройства, и серьезные спектры СДВГ, и суицидальные дети, и дети с психической задержкой развития. Тем не менее, у меня так стало получаться, что воспитатели могли просто оставлять на меня группу, уходить или не приходить, и начали приходить родители для того, чтобы спрашивать совет. Начались какие-то консультации. Я смотрю обратно, думаю, я понимаю, что, видимо, настолько не хватало информации, что они готовы были советоваться с ребенком, ведь, по сути, я была ребенком. Думаете, я уже поняла, кем я хочу быть? Нет. Просто здесь и сейчас мне нравится, у меня получается. А быть-то кем-то надо. Какой шел информационный прессинг? Надо быть юристом, экономистом, либо врачом. А все остальное, ну так, баловство. Правда? Ни в коем случае не парикмахером. Да. Вот. Ну, на худой конец, как говорится, переводчиком. На кого я поступила в Запорожье. Ну, можно было стюардесса еще. О, нет, это не для меня было. Точно. Как мне говорят, выбирай. Либо красивая, либо умная. Вот. Ну и потом уже, когда я поехала в Англию, я уже, получается, бросила образование в Запорожье в университете на менеджмент и переводчика, потому что мне там было безумно скучно, я уже там помогала преподавать английский. Я так и не поняла, кем я хочу быть. И в какой-то момент, когда я бегала по университету, то есть я пока училась английскому языку академическому в школе английского языка, я уже подружилась, познакомилась с ребятами в университете, в том же Колчестере, Эссекский университет. И, ну, если я уже туда бегаю на дискотеку, может, я туда и на лекции приду. Я стала Логично. Ходить зайцем по разным лекциям, слушать, смотреть, что интересно. Мне было интересно все. Думаю, что же делать? Да как же выбрать-то? И тут мне встретился очень красивый, невероятно, американец, который говорил на чисто русском, ну, вылитый шпион, ну, просто Джеймс Бонд. Естественно, он преподавал историю, профессор истории, мне захотелось учить историю, хотя я всю жизнь просто терпеть не могла. Не могу запомнить ни имена, ни даты, какая история. Ну, обаяние профессора. Ну, обаяние, боже, я подросток юный. И он считал мой психотип, он говорит, я знаю, что тебе нужно, пойдем. И он меня отвел на факультет психологии. И там мы зашли в кабинет, сидит вылитый Зигмунд Фрейд. В кабинете маленьком, в
большущем кожаном кресле, укрытом шотландским клетчатым пледом. Вокруг просто нью-йоркские башни из распечатанных статей и книг. И вот он сидит, пьет виски, курит трубку. Отлично. И читает научные статьи. Я думаю, рай. Вот она, работа мечты. Так я и поступила на факультет психологии. Вы начали курить трубку? Нет, но в своей жизни я ее курила. Но виски попробовали, не сомневаюсь. Оказался не мой напиток. Вот как хорошо. Да. Хорошо, куда поступали тогда уже? Эссекский университет, так и поступила, так я и осталась. Там я и закончила бакалавра по психологии и магистратуру на нейропсихолога когнитивного развития. И, кстати, несмотря, невзирая на дислексию, я закончила университет без статуса дислексика. Это для меня было как личное соревнование. А это где-то фиксируется? Это фиксируется, боже, это такая не проблема на Западе, потому что ты можешь просто пройти специалиста, получить статус дислексика. Это говорит о том, что могут дать экстра время на написание эссе или на экзамен, где нужно больше подумать, потому что ты пока пишешь, либо ты не думаешь, пишешь ли ты с ошибками, да, или мысли тогда опережают не смотрят. Да, мысли опережают, потому что мы мыслим, особенно мы, дислексики, мыслим образами, картинками, мизансценами. И они настолько... Это как 3D, 5D, я бы сказала, когда все в пространстве, и мы видим все эти причинно-следственные связи в живом мире. А это же надо выйти на верхний этаж, на кору головного мозга, воспользоваться лингвистикой, еще и на разных языках. Они уже могут быть вот так вот все вперемешку. Там более медленные процессы. Кора головного мозга мыслит в секунды. Лимбическая система, которая мыслит образами и картинками, наносекунды. Это же большой разбег. Сразу спрошу, родители, которые чувствуют, подозревают, скажем так, что в их начитанном ребенке, который растет в культурной среде, богатой достаточно, живет дислексик. То есть у меня был ученик, я работала в школе, у меня было много разных учеников, и спустя уже годы я понимаю, что был пласт детей, было там определенное количество детей, которые не были там глупыми, недоразвитыми или еще какими-то, да, у них были проблемы, были какие-то особенности, да, скажем так. И думаю, боже, вот мне бы тогда эти знания, да, все было бы иначе. Мы старались, мы боролись, безусловно, мы по-человечески там как-то относились, но недостаток знаний мешал это преодолеть. Если родитель чувствует, что вот что-то идет не так, а учитель в школе ругает, да, безусловно, еще у нас нет достаточного количества учителей, которые готовы к работе с такими детьми, готовы их увидеть и признать, что делать? Спасать ребенка, родить, это, как говорится, задача родителя. Потому что кто стучит, тому и двери открываются, верно? Искать специалистов для того, чтобы все-таки услышать про своего ребенка. Или, да, дислексик, или не дислексик, тогда что же это? Почему ему сложно дается? Может быть, это и на самом деле определенный уровень IQ, который не говорит, что он не будет успешным. Но это говорит о том, что, например, ему познавать в том темпе, потому что у нас в IQ, а значит и к академическим требованиям, как минимум фактор времени прикреплен. Значит, не в такие темпы, значит, больше повторов, значит, более чаще разъяснять необходимо и так далее. Ну, то есть может необходимо быть, подстроиться, да, значит, с другой периодичностью, а возможно, не несколько предметов сразу подряд, да, тут математика, тут сразу же украинский, тут и история, тут и природа, а нет, сначала сфокусируемся мы только на математику, а может сфокусируемся потом, когда ребенок почувствует, что у него здесь получается, он может почувствовать уже и интерес, вот так я сейчас и за это возьмусь, да, там, потом переходим к украинскому, чтобы фокус внимания, чтобы он мог наесться и расцвести вот в определенной культуре научной.
почувствовать силу. Идти к специалисту, не бояться. Не бояться, конечно. И если пошел к специалисту человек, и ему, я сейчас любому специалисту, даже врачу, и ему что-то там не подошло, не ставить на этом крест. Это не значит, что, ну, все, мне теперь ничего не поможет. Кстати, попутная песня, да, попутный вопрос. Как найти своего психолога? Как понять, что тебе психолог подходит или не подходит? Потому что мы же очень плохо, тоже в массе, не будем говорить, да, вот сейчас будем обобщать, в массе очень плохо работаем со своим дискомфортом, да, мы привыкли в какой-то степени, что вот мы даже иногда не знаем, а что там, вот может быть иначе, да, мы не знаем этого, только поехав во Вьетнам разрушенный, мы понимаем, что у нас там неплохо, или наоборот. Человек часто не чувствует, не понимает, что это дискомфорт. Как понять, что психолог твой? Как понять, что психолог подходит твоему ребенку? Ну, именно подходит ребенку, родитель должен прийти сначала сам и почувствовать степень доверия. Потому что по всем протоколам ведения психотерапии задача номер один – это построить психотерапевтический альянс. То бишь, помочь человеку понять, прочувствовать, насколько ему комфортно с этим человеком. Ведь психотерапевт – это тоже человек, человеческий фактор. И должно быть сопоставление, определенный уровень комфорта. Но один комфорт недостаточно. Еще необходимо понимание, насколько этот человек способен образовать, потому что психотерапия – это образование в психических процессах, иначе человек не будет способен потом помочь себе. Для того, чтобы иметь способность помочь себе, надо понимать, как. Мы же, если, допустим, у нас появилась ранка какая-то, мы нечаянно порезались, мы тут же бежим и обрабатываем рану. Почему? Потому что мы знаем, что происходит, какие процессы. Но этому нас обучают, допустим, в школе, а еще культуры, психологии, самопомощи. С душой происходит то же самое, да, если мы ранку не вовремя не обработаем. У психического тела, это уже мое определение, у психики есть такая же организация, как и у физического тела. Эта организация также невероятно структурировано, алгоритмично, со своими причинно-следственными связями, но не настолько простыми, как мы это можем услышать в СМИ, почитать в социальных сетях, в статьях и так далее. Что ты лежишь? Ты просто ленишься. Да, это просто прокрастинация. Или перфекционизм – это просто когда все в один ряд, ну, по цветам и так далее. Ну, сейчас мы знаем очень много умных слов еще, прокрастинация, перфекционизм. Раньше нам говорили, ты ленишься, да? Все, там, лени вставай, вообще иди. Нет. Это не лень. Лени нет. Это бытовой уровень объяснить одну из реакций на страх. А у всего животного мира есть всего три реакции на страх. Бежать, драться, замереть. Так лень это что? Замереть, да, скорее всего. И избегание в том числе. Мы пользуемся всеми тремя. Просто в какой-то момент или в зависимости от психотипа какая-то из реакций будет превалирующей, то есть первоочередной, скажем, или ярко выраженной. Да, но это же может быть и усталость банально на самом деле, а не лень. Тогда это и не лень, а выбор. И достаточно осознанный и грамотный выбор. А дам-ка я себе отдохнуть, потому что мне надо, и я имею право. Мне надо замереть, но не мне потому надо, что я боюсь. Когда мы делаем выбор, это уже то, что работает на нас. Мы можем и бежать, и драться, и замереть, но сделав выбор, ведь это уже совсем другая песня. Хорошо, возвращаемся к вам. Вы не просто психолог, а психотерапевт. Есть психотерапевт и есть еще специализация. Вот расскажите мне, какие бывают специализации, поскольку сейчас ты открываешь там Facebook, например, да, или еще что-то, и видишь в статусе там психолог, психотерапевт, да, потом обращаешься, оказывается, что человек с этим не работает, а он работает вот с этим, но он при этом не уточнил, кто конкретно. Я не работаю там с мнительными, например, или я не работаю там с депрессивной, я работаю там вот это. Вот. Или часто пишут, что этот человек там поддерживающий, да, то тоже надо разобраться же, вот обычному парасичному, да. Сложно же. Нет, обычному и парасичному разбираться не надо. Грамотный вопрос – это позвонить, сказать, смотрите, вкратце, меня волнует то-то, то-то, или я хотел бы поработать с тем-то и тем-то. Вы таким занимаетесь вопросом?
это ваша специализация. Потому что даже если взять психотерапевта, как я, который использует знания нейропсихологии и когнитивно-поведенческую психотерапию, даже я предпочитаю не полный спектр, да, заниматься всем абсолютно, а какие-то направления, когда я занимаюсь и развитием детей, это нейропсихология, именно когнитивного развития, но для того, чтобы там снять страх у ребенка, для того, чтобы вселить веру какую-то, поднять самооценку, дать ребенку навыки контроля агрессии, да, навыки коммуникации, необходимо знание когнитивно-поведенческой психотерапии, чтобы снять у ребенка то, что его стопорит, и дать уже толчок этому развитию когнитивных способностей для того, чтобы ему легче было развиваться и в школе, и в принципе в целом. Школьный психолог, он нужен? Нужны ли в школе психологи? Как понятие, я считаю, нужен. Но это не значит, что без него невозможно, тем более в нашей реальности, именно украинской, потому что у нас школьные психологи не подготовлены для школьного психолога. То есть это просто психолог, который нашел работу, да? Да. Потому что школьный психолог – это отдельная парафия, это не психотерапевт, это даже не коуч и не тьютор. Школьный психолог – это тот, который смотрит на социализацию детей, который помогает учителю, если у ребенка есть проблема с классной успеваемостью. Это одно направление. И он может тогда подсказать учителю, как включить внимание этого, данного конкретного ребенка, порекомендовать учителю методы, которые можно подобрать. А для того, чтобы поработать индивидуально с ребенком, лучше идти психотерапевту вне школы. То есть, по сути, это такой наблюдатель, который подбирает вовремя методы, средства учителю, чтобы помочь ребенку раскрыться, развиться и чувствовать себя гармонично, комфортно и с удовольствием познавать. Потому что познание – это наша базовая потребность, и она нам приносит удовольствие. У нас ведь две задачи, да, две крайние точки радуги в этой жизни. Первая задача – это выжить, поэтому мы в основном живем страхом. Вторая задача – это познать. И тут мы начинаем получать удовольствие. Но вот эта вот вторая задача становится возможна, когда первая уже не мешает. Ну хорошо, когда нам посередине то, что вот есть адаптационный порог, когда мы там за какое-то время, привыкаем, адаптируемся, страх снижается, и тогда так и быть мы уже что-то познаем. А если это ребенок? Ребенок будет держаться за этот страх на всякий случай, чтобы выжить. Ему нужен помощник, который скажет: смотри, я понимаю, что тебе страшно. Ну давай по чуть-чуть, как съесть слона. По кусочку. То есть школьный психолог в первую очередь нужен учителям, в большей степени. Да. Поэтому мне очень нравится именно та система, где есть при учителе помощник учителя. Потому что это человек, который может быть даже без знания психологии. Это в идеале, чтобы у него были знания психологии. Причем, когда я говорю знания психологии, это не философия о душе, коим часто у нас преподается, к сожалению. А это именно знание развития, когнитивные процессы, вот этих вот алгоритмов, которые существуют в психике. Четкие последовательные закономерности. Здорово. Mm-hmm. То есть нужен просто вторая пара глаз на самом деле, да, и вторая пара ушей, потому что мы часто же говорим, ну, учитель один, а вас там 30 или 20. Это сложно. Это, mm-hmm. Я по себе знаю, что это очень непросто. Я тоже знаю, тоже Более того, это дети разные. И когда мы говорим, и когда дети ходили по месту жительства, да, то подбор совершенно, то есть картина мира полная. Mm-hmm. Вот абсолютно ты четко понимала, что у этого ребенка проблемы в семье. Четко было видно сверху, если внимательно смотреть, кто в неполной семье, угу. У кого есть собака, было понятно, у кого есть сестры-братья, это тоже было понятно. Да. Если ты внимательно к этому относишься, ты это чувствуешь, да, ты это понимаешь. И ты понимаешь, почему порвана там тетрадь, например, да, или исчеркан дневник. Да, есть младшие братья и сестры, и надо это понимать, да, к этому относиться. Это важно. Но темп жизни таков сейчас, и программа такова, да, что вторая пара глаз нужна.
учителю? Ну, по поводу программы я не согласна с тем, что программа сейчас сложнее, чем она была раньше. У нас советский стиль образования всегда был достаточно олимпийский, выше, лучше, еще. Поэтому всегда было сложно. Это хорошо, плохо или это, ну, не для всех? Это не для всех, однозначно, потому что есть дети, которым требуется пища для ума, которые испытывают жажду. Не просто жажду, а голод, если недостаточно интеллектуальной загруженности. И тогда начинаются тревожности, депрессивные состояния, капризы. Он не знает, куда себя применить. И это не выбор. У ребенка еще выбор не вырос. Но это лишь единицы. И на них ориентироваться. Но я же говорю, почему было олимпийское, это как отбор был, чтобы увидеть вот этих передовых успеваемых, угу, отобрать, а остальные, ну уж вот, пожалуйста, как-нибудь цеха. Угу. А по большому счету, если вот это напряжение снять, снизить, даже если бы мы начали школу для детей по большому счету с 11 лет, не представляете, как бы быстро у нас была бы вот эта кривая академической успеваемости детей. То есть они, уже готовы. Бы доросли. Угу. Они бы другие навыки. Они и должны до вот этого периода. Ведь, что делать до 11 лет? Развивать способность эмпатии. Понятие своих эмоций. Эмоциональный интеллект. Эмоции свои и эмоции других. Об эмоциональном интеллекте очень много сейчас говорят. Эмпатия стала популярным словом. Раньше оно практически не звучало. Ну, слава, да, богу, что оно хотя бы популярно. Популярное слово, да, и часто люди говорят, ну вот я эмпат, там, я принимаю близко к сердцу все. Но это не совсем то, как по мне, да, если открыть словарь, там. Ну, кстати, вот многие справочники говорят, что эмпатия – это удел немногих на самом деле. Ну, эмпатами рождаются единицы, опять-таки. Но далее эмпатия, сочувствие, сопереживание, навык понять чувства другого человека, вот это как раз уже то, что приобретается, воспитывается. Но не самостоятельно. Сказать, что ж ты эмпатом-то не стал? Это уж что как-то... ж ты черствый-то такой, да, да, вырос, да, у меня. Совесть-то какая, где у тебя? Почему дети растут черствыми, если растут черствыми? Что, что нет, какого, какого витамина не хватает? Они не видели ни по отношению к себе, ни по отношению как пример, как это сопереживать, сочувствовать. То есть не обязательно один ребенок в семье эгоист и черствый, правда? Вот точно, правда. Угу. Я скажу, как единственный ребенок в семье. То есть это развивается вот это тем морем любви, которое вокруг тебя. Да, насколько ребенок это получает для себя, прежде всего от родителей, потому что детская психика рассчитывает на родителей, что они и дадут ему удовлетворение его базовых потребностей физической и душевной безопасности, и право на эмоцию, и помощь в познании границ, и право на ошибку, и на свою жизнь, и то, что родители дадут ему эту безусловную любовь с границами, но гуманными, так? И тут же еще и покажут на собственном примере, как это быть грамотными по отношению к своим границам, отстаивать их, но при этом помогать, сопереживать, сочувствовать и быть не безучастными по отношению к другим. А не сложно ли в 11 лет будет постигать наукоемкие какие-то штуки, да? Потому что, но опять же, я могу ошибаться, информация, которую закладывали в нас, что чем раньше ты начнешь там учить иностранный язык, там, грубо говоря, или еще чего-то там, да, тем лучше для ребенка, он это лучше усваивает, мозг наполняется, вот, а чем дальше, чем ты старше, тем с большим скрипом это все продвигается, да, нет, по-разному. Здесь вообще все с ног на голову поставлено. Иностранный язык, чем раньше, не изучают, им говорят. Входит же естественным путем. Конечно. Ну, разве мы изучали с вами русский? Мы родились и его впитывали и начинали возвращать. Мы им общались, мы в нем росли. Любой другой иностранный язык, то же самое.
Но какая ошибка у нас зачастую происходит? Идет ребенок в школу, первый класс, второй класс, он идет изучать английский язык или любой другой иностранный, где ему вдруг дробно по отдельности начинают подавать запчасти, элементы какого-то другого языка, ну, да, вместо грамматики. Того, чтобы просто на нем общаться и объяснять то, что ему непонятно, помогать ему вжиться в этот язык. То есть нужно давать науки, но давать в другой форме. То есть примерно так же, как мы даем прикорм ребенку. Да, вот мы же именно. Не даем сразу кусок мяса, мы даем пюре. Конечно. В этом вот работает аналогия такая? Примерно условно так. Очень. По большому счету мы просто создаем среду, в которой ребенок начинает жить, и сначала он это впитывает как целостный мир. Даже если это математика, даже если это грамматика, мы просто говорим, а представляете, вот есть вот такие вот слова, там их использовали, и когда-то даже написали такую поэму, чтобы она значила, и так далее. Но мы не говорим, вот тебе, пиши от сих до сих. Я не говорю о том, что ребенку не надо практиковать, это другое. Но мы тогда относим, вот сейчас мы практикуем моторику письма, мы даем этому какой-то сегментик для того, чтобы эта моторика развивалась. Но когда мы получаем готового ребенка, который готового к развитию, к 11 годам у него уже начинает развиваться причинно-следственные связи. Это очень важный момент, потому что у нас ждут самостоятельности от ребенка с 3 лет. Ты уже пошел? Ручками крутишь, вертишь. Зарабатывать. Иди, пожалуйста, зарабатывать. Пожалуйста, хотя бы обработай себя. Да, иди сам почисть зубы, сам сядь, поешь. А потом 6 лет давай уже сиди и сам делай это домашнее задание. Чего я рядом должна сидеть? А ребенку может требоваться это. Ну, в общем, это целая наука. Тут за 5 секунд не расскажешь, как с каким ребенком быть. Тем более, что какой-то ребенок может сесть и самостоятельно делать ту же домашнюю работу. Мы сейчас готовы сказать, что это не догма, что вот только так и только сяк. Нет, если ты сомневаешься, там, иди к специалисту именно. И задавай вопрос. Если ты сомневаешься, какой этиологии насморк у ребенка, ты идешь к врачу. Да. Если ты сомневаешься, какой этиологии то, что мы называем ленью у ребенка, да. Иди к врачу. Но мы к этому не привыкли. Надо себя к этому приучать. Я должна сказать, что у нас люди уже образовываются, уже просыпается сознание, уже появляется культура психологического здоровья. Нужно ли родителям, вот которые до 3 лет, мамы часто же еще дома, да, с детьми, и начинают, скучая сами, в том числе, утрамбовывать в ребенка плавание, танцы, пение, французский, попробовать все. Вот это тоже индивидуально? Или это индивидуально. Или это правильно всего по чуть-чуть ребенок выберет сам? Дело в том, что опять-таки это зависит исключительно от ребенка. И мама почувствует, где для него это перебор, а где это именно то, что ему нужно. Перебор в плане, когда все дни расписаны на разные виды кружков. Для какого-то ребенка это будет рай. Для какого-то это будет ад, и ему нужно побыть дома, побыть одному наедине с собой, разгрузить свои органы чувств, побыть в тишине, разобраться со своими чувствами и мыслями, структурировать, напитаться этой тишиной, и, наконец-то, выйти уже и дальше что-то новое узнать, пообщаться с другими людьми и опять в норку, так сказать. То есть, если сомневаешься, все-таки лучше спросить, да? Конечно. Лучше показать ребенка специалисту и понять вот его особенности, его темперамент. Да, если есть личные сомнения, тут я, как говорится, развиваю ребенка или, наоборот, калечу, или я его мучаю, да? Мучаю, то тогда, конечно, лучше пойти к специалисту и уточнить. Вашему ребенку 10 лет. 10 лет. Это мальчик. Мальчик. Чем он занимается? С точки зрения кружков, ничем. Мы попробовали разные вещи, и футбол, и там разные виды борьбы. Что же у него еще было? У него было какое-то время плавание, и рисование было. Но в конечном итоге он подобрал для себя свою систему развития. Ему больше нравится что-то находить, читать, слушать. Он невероятный аналитик, он безумный статист, он прекрасно, я имею в виду, любит статистику. То, как он собирает эту статистику и делает анализ на фоне этой статистики, ну,
На самом деле, мне кажется, что сейчас бы таких людей побольше в менеджмент, в офисы. Это не дедушкины гены? Это и дедушкины, и папины. Папа тоже аналитик. Но дедушка, конечно, это просто сверханалитик. Он системщик, аналитик. Дедушки есть о чем поговорить с внуком? Они постоянно разговаривают. Я живу с родителями, у нас большой дом. Как говорится, мы все продолжаем быть друг за дружку, поэтому... Кстати, жить с родителями, вот тоже мы часто слышим. Ну, что вы хотите, он же до сих пор живет с родителями, да? Но мы не знаем причин, почему тот или иной человек живет с родителями. Я всегда говорю, у нас мало информации для того, чтобы кого-то осуждать, ну, как и для того, чтобы кого-то очень хвалить, да? Мы не знаем, что там за дверьми. Жить с родителями – это не всегда плохо, это не всегда инфантилизм. Боже упаси. Если это осознанный выбор, и каждый из членов семьи умеет увидеть свою роль, задачу, ответственность, лепту, которую он может привнести в общее благо, и каждый при этом уважает границы друг друга, в чем же проблема? Это когда кто-то от кого-то зависит, только на другого и рассчитывает еще и со степенью обвинения «ты мне должен», вот тогда это инфантилизм. Как примириться с тем, что вот родители, они действительно другие, и у них другие, ну, стандарты, скажем, назовем это стандартами, да, другие там привычки, все равно же сложно, да, все равно сложно, и ты понимаешь, что ты родитель, и ты не можешь нагрубить, не хотел бы, да, а иногда вот хоть. И вот вы вообще на самом деле между сейчас, да, вы между родителями. Да. Которые, как ни крути, ну, они ну, наверное, они не могут быть вот настолько уже гибкими, да, как вы сейчас. И между десятилетним мальчиком, да, который вот тоже может сказать, ну, мам, ну, ты там лох, может сказать, или, ну, ты вообще там, ну, мыслишь несовременно, да. Может сказать что угодно. По крайней мере, у него точно есть на это разрешение. То есть он может сказать то, что он чувствует на самом деле, просто. То, что чувствует, то, что из него вырвалось, он должен попробовать. И дальше эта проба пера, как волна, придет на волнорез, роль моя обязательно, и он должен увидеть, это приемлемо или нет. Он должен это попробовать, поэтому ему точно можно все. А дальше он видит, насколько это можно, он должен пробовать. Ведь роль... То есть он щупает ваши границы? Он, да, обязан, свои это границы. Его программа психическая, конечно. Вообще, и понимание, где он еще может это сделать? Понимание границ другого человека. Кто этому должен научить, если семья не может? Ну, бывает так, что семья не может, да? Конечно. Семья может жить вся в одной комнате, да, и сложно поставить ширму, там, девочке-подростку, да? Угу. Так бывает, и мы понимаем, что с этим сложно. Что дальше? Вот девочка-подросток или мальчик, вот он выходит и видит, что у других по-другому. А не может не работать локтями, не может не входить без стука, да, или еще там чего-то в чужую жизнь. Где этому учат? Такому ребенку необходим авторитет, внешний авторитет. И тут, благо, работает программа психическая в том плане, что есть потребность, начиная уже с 6 лет, выйти за границы вот этого семейного гнезда и начать получать информацию, опыт извне, из внешней среды. А родителям тут главное не ревновать. Ну, много им что главное, и не ревновать, и найти, подобрать эту среду, которая привнесет то, что у них не получается, или среду, которая закрепит то, что так кропотливо, мудро вкладывают родители. Поэтому, если в семье не очень получается, что-то недостаточно в семье, тут надо рассчитывать и подбирать, искать или уповать на внешнюю среду, то на того авторитета, тренера, учителя. Появляется хороший авторитет, если ты, в общем-то, в душе понимаешь, что он хороший, да? Да. То есть нужно это признать и нужно этому доверять. Нужно не просто, нужно искать такого. Как здорово. Но времени нет у родителей. И это нормально. Когда мы говорим, у родителей нет времени, иногда можно качественную вещь сделать там за 5 минут раз в 3-4 месяца, у которого последствия эффективность будет снежным позитивным комом развиваться. А можно целыми днями сидеть с ребенком и не сделать ничего полезного.
Вот тоже еще проблема такая. Часто говорят, желание стать другом своему ребенку – это ошибка. Вот и психологи в том числе тоже говорят, что нельзя быть другом своему ребенку. Это неправильно. Ты родитель, ты не друг. Потому что то, что те полномочия, которые имеет родитель, да, вот их не имеет друг. И когда ты там, вот почему-то друг, это что-то либерально такое, вот попустительское, да? Что вы скажете? Я скажу, нельзя падать в крайности. Не друг, не суперментор, не генерал, не просто пастор. Везде спасает золотая середина. Всегда баланс нужно держать. Можно быть одновременно и другом, и психологом, и врачом, и авторитетом, ментором, и где-то генералом. В зависимости от момента, что сейчас происходит, что сейчас делает ребенок. Я даже не могу передать уровень тесного общения со своим сыном. То есть мы говорим на все темы. У нас нет запрещенных тем. У нас есть табу, которые нельзя ни мне, ни ему пресекать. Если я не права, я должна извиниться, и тогда он будет в авторитете, потому что я его границы нарушала. Если он был неправ, он извиняется, потому что он мои границы или границы недозволенного переходил. А табу всего 5. Нельзя причинять боль, нельзя угрожать жизни, ни чужой, ни собственной. Нельзя брать вещи без разрешения, нельзя портить вещи или имущество. И нельзя уходить или пребывать где-то без разрешения либо уведомления. Все. Все остальное мы обсуждаем и претерпеваем какие-то нежелательные последствия, ну, где жизнь, она и так вся в закономерностях обязательно. Поэтому эти закономерности мы точно так же в воспитание привносим. Ну, смотри, ты не хочешь делать домашнее задание. Это твой выбор. Не я хожу в школу. Я свое отходила. Я свой билет в жизнь получила. Отработала. И теперь работаю над другим билетом в жизнь. А потом буду работать над другим. И так до конца жизни. А там я не знаю, не эксперт. Когда-то узнаю. А сейчас ты свои ступени проходишь и зарабатываешь билет в жизнь. Не мне потом утром в школе испытывать неловкость, стыд. От того, что скажут, а где твое домашнее задание? А почему ты не выполнил? И это неизбежно будет при всех. А я знаю точно, что тебе хочется быть успешным. Я точно знаю, что тебе не хочется испытывать эти чувства неприятные. Поэтому, если нужна моя помощь, хочешь, я тебе скажу, садись, делай домашку. Поможет? Да, поможет. Ну, садись тогда. А если у ребенка нет амбиций быть успешным? Вот так бывает. Он хороший человек. Нет, это дело не в амбициях. Это одна из крайностей, можно так сказать. Это дело не в амбициях. Нет ни одного человека в этом мире, которому не хотелось нравиться, которому бы не хотелось, чтобы у него что-то получалось, чтобы он чувствовал себя приятно. Я говорю о средней температуре ощущений, не ярких вспышках, лидер, лучше всех, отличник. Дело вовсе не в этом. Все не могут быть лидерами, правда? Они могут быть, если хотят, но не обязаны. Никто не обязан быть лидером. Каждый окей такой, какой он есть. Необходимы все люди, разные психотипы, разные роли в этой жизни. Представляете, если мы все будем лидерами? У меня был ужас на самом деле, когда начался этот тренд, мода, популярность на лидерство. Ладно, взрослые, они могут себя гробить уже, как им в голову придет. А когда эти курсы ввели детям, это уже была катастрофа просто. Потому что чаще всего такими амбициями страдают родители о своих детях. Я думаю, что многие родители услышали сейчас то, что, то чего они не слышали раньше, наверное, пошли думать или плакать в уголок. Что тоже хорошо. Иногда поплакать полезно, как говорят. Боже, у меня же ребенок плакать будет. Я говорю, ну так это его убьет? Как долго он будет плакать? Всю жизнь?
И иногда здесь и сейчас немного поплакать – это очень полезно. Это лучше, чем выпить валерьянку или более серьезную таблетку принять. Потому что после слез наступает фаза гормона серотонина, которая нам приносит успокоение, умиротворение. Плакать сегодня не будем, будем прощаться. Спасибо вам большое. Ждем еще в гости. Только наметили какие-то вешки. Я буду уже достаточно скоро в Днепре, потому что буду помогать и участвую в открытии Primus Inter Pares School, которая пожелала как раз учесть все потребности ребенка психологически, чтобы ему было комфортно, он мог получать радость от познаний. Как здорово. То есть родители тоже могут прийти, будут день открытых смотреть, дверей, выбирать, именно. Слушать советы, возможно, какие-то, да? Да. Большое спасибо. И для вам себя спасибо. Тоже узнала много интересного. Сформулировала кое-что, что тоже важно. Здорово. Спасибо большое. Дякую і вам за увагу. Це була психологиня, як зараз ми кажемо, Вікторія Григоревич-Торхова. Людина, яка каже, що плакати теж корисно. Іноді корисно, так. Але все добре в міру. Дякую вам, до побачення. Дякую.